Полиция американского городка Солт-Лейк-Сити попросила по Твиттеру преступников прекратить все криминальную деятельность в связи с распространением эпидемии коронавируса, говорится в сообщении. Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников. Очень хорошо. Как вам нравится? А почему нет? Какое человеческое отношение к преступникам? Такое, человеческое, знаете... оно должно быть таким. Они обратились к своим коллегам. Вы делаете свою работу, мы делаем свою работу. Конечно, да. Вообще. Да. Полицейские воры взаимно знают друг друга, добавляют друг друга, восполняют. Очень хорошо. И я думаю, что это подействует. Да? Да, это подействует. Они считаются. Они показывают, что мы вас считаем за равных себе. За партнеров по наведению порядка в это тяжелое для всех время. Давайте будем делать вместе нашу работу для того, чтобы оздоровить население. А потом, если захотите, вернетесь вы к своим обязанностям, мы к своим обязанностям. Вот видите, какой мудрый подход. Вот меня даже это поразило. Конечно, вот, а? Да. То есть нет никакой ненависти к преступникам, а наоборот есть, давайте сотрудничать. Да нет, у них понимание, они же так друг друга понимают. Это только обыватель не понимает ни тех, ни других. И это тоже действие вируса, видите? Да, видишь, какая это полезная штука. Только бы он никуда не исчезал. Держал бы нас в заперти еще, пока не поумнеем. Так как могут и преступления закончиться? Может быть, и так вот потихоньку? Конечно, все очистит. Мы же сколько раз читали эту маленькую статью Рабажа, что там, где ты считаешь, что я тебя бью, что посылаю тебе страдания, на самом деле нет этого. Я посылаю тебе исправление, посылаю тебе лекарства. И ты с помощью этого исправишься и достигнешь высшей жизни. Так что это то, что нас ждет. Главное нам все время понимать это и стремиться к этому, быть вместе с этим, благодарить Творца за то, что Он нас учит. А то, что мы недоумки и еще не понимаем, как это с нами происходит, ну, так Он простит.